Один из самых утонченных музыкальных инструментов выбрала Адинай Айтбаева. В раннем возрасте она загорелась желанием играть на скрипке. Тогда-то и началось ее обучение в музыкальной школе имени Мукаша Абдраева. Любовь к музыке ей привила бабушка. Она водила Адинай на занятия на музыкальные кружки и старалась всесторонне развивать способности внучки. Все старания не прошли даром. Девушка уже покоряет большие сцены и залы. Так Адинай одна из участниц Дельфийских игр, которые проходят в столице впервые. Всего в конкурсе участвуют около 60 юных талантов. Я хочу стать великой скрипачкой, например, как Даниэль Лазакович. Он очень хорошо играет на скрипке, у него мама кыргызская. Вот, я хочу, как он, играть, может, и лучше, если буду заниматься. Еще одной из участниц игр является 16-летняя Асизим Туратбекова. Попробовать свои силы в профессиональном конкурсе ей предложил преподаватель. Готовилась почти 2 месяца. Тренировалась каждый день. Благодаря таланту и любви к музыке девушка достигла хороших результатов. Наша героиня на играх исполнит 4 произведения великих композиторов согласно правилам конкурса. Я очень заинтересовалась этим конкурсом. Для меня лично само участие, думаю, станет большим опытом. Жюри состоит из высокопрофессиональных специалистов, да еще и из разных стран. Думаю, они дадут справедливую и объективную оценку каждому из нас. Соревнования пройдут по 12 номинациям классического, народного и современного искусства, включающего различные направления и жанры с определением обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей по каждой категории. В качестве жюри приглашены видные деятели культуры, искусства, образования и науки Кыргызстана, Казахстана, России. Они называются первые открытые бишкекские игры. Почему открытые? Чтобы мы специально сделали их открытыми, чтобы с регионов ребята могли приехать и принять участие. Поэтому у нас представлено 6 областей, более 60 участников с регионов. Вот. У нас представлены парадельфийские номинации 2. Это творческая площадка для того, чтобы дети могли проявить свои таланты и потом войти в сборную Кыргызстана и представлять уже интересы Кыргызстана на международной сцене. Целью данного проекта – содействие культурному многообразию и создание в отечественной практике условий фестивальных конкурсных состязаний среди талантливой молодежи в области различных видов искусства, творчества, исполнительной деятельности, выявление и дальнейшая поддержка молодых лидеров искусства на крупных международных площадках. Это очень отрадно, что наши регионы тоже в этом участвовать будут, потому что есть в регионах, в сельской местности талантливые дети есть, они будут показывать, они будут раскрывать свои таланты. Состав жюри у нас с Российской Федерации, из Казахстана, из Кыргызстана. Дельфийские игры – это соревнования в различных областях искусства. История Дельфийских игр идет глубоко в прошлое. Официальной датой и местом рождения игр считается Греция, 582 год до нашей эры. Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000-х годах, когда при участии 27 стран в Москве были проведены первые всемирные игры современности. В международном дельфийском движении Кыргызстан принимает участие с 2002 года. Мэрия города Бишкек, департаментом культуры, спорта, туризма и по делам молодежи и Дельфийским комитетом Кыргызской республики организован первый раз, вот первый как бы проходит бишкекские дельфийские игры. Сегодня вот филармония, вот, как вы видите, открытие данных игр. Он будет проходить до 1 ноября. 1 ноября будет закрытие в оперном театре. По итогам проведения первых бишкекских дельфийских игр 1 ноября состоится круглый стол, на котором запланировано рассмотрение вопросов прогнозирования и тенденции развития дельфийского движения. Выявление динамики приоритетов отечественной культуры и искусства будет способствовать дальнейшему развитию на постоянной основе дельфийского движения в стране как высшего форума искусств. Самбат Алмазова, Самат Дулатакунов, 5 канал.